Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем проходить Байонету. Так, играть, продолжить. В прошлой серии у нас поломался весь город. Тут непонятные твари огненные лазают. Какие-то собаки, не собаки. Собаки-завоеваки. Где они? Все в огне, везде лава. Так, можно этот его схватить? Гадина. О, это мощно. Ай, больно. Ух ты, гадина. Так где ты? Почему ты не уворачиваешься, когда я тебе говорю вернуться? Так вот ты еще в лаву скачешь. Да блин. Мне же писали, что зажимай и уворачивайся. Чё она не уворачивается, когда я жму? Так, я ушел к контрольной точке, они исчезли, что ли? А можно просто пробежать их? Или без вариантов? Так вот ты лезешь к нему. Вечно надо творить не то, что нужно. Не всегда понятно, когда они тухнут, а когда нет. Отойдем. Постреляем. Отойдем. Постреляем. Отойди. Кто там погиб? Кто не погиб? Да что ты творишь, дура? Вот конченая Байонета. Нет, конечно, она не конченая, нормальная. Ладно. Пробуем еще раз. Почему нельзя просто пострелять? Ну, ладно, допустим. Только в огонь не лезь. Иди. Сейчас мы их быстренько будем постреливать по чуть-чуть и контролировать все происходящее. Тихо, куда ты лезешь? Где она? Да ты... Как же ты меня бесишь, а? Ай, тварь! Как можно так херню творить? Что такое сейчас произошло? Неужели, блин? Ага, спасибо. Как же это жестко все. Мало того, что они появляются из ниоткуда, так еще и поток лавы во все стороны херачит. Так, мне, возможно, налево надо. О, точнее, направо. Вон по этому мосту бежать. Но чтобы к нему добежать... Так, 38 тысяч. Давайте сходим к этому бармену. Это же бар. Да? Что у него там? Ну, блин, давайте без этих заставок. Эй, взгляни. Что берешь? Слышал это еще в одной игре. Прикол. Так, это мне не нужно, аксессуары. Ай. Почему нет описания? Ага. Так, сделано из... Так. Матрёной ведьмой из княжества Московского. Этот браслет позволяет владельцу призывать силу демона, с которой заключена сделка. Понятно, это нам нафиг не сдалось. Приемы, давайте. Скольжение. Нет, нет, нет. Брейк. Это что? Так, танцуем брейк. Поливая все вокруг рядом пуль. Можно выполнить в прыжке. Нажмите Shift. Выполняя этот прием, можно двигаться. Ну, давай возьмем. Все.
пока ничего больше брать не будем, потому что мало ли деньги пригодятся. Хватит так это все долго уходить, приходить. Угу, говорит Крат-пуль. В прыжке. Красотка. А почему? Куда ты? Ну, пойди только. Понятно, это можно делать на земле. Ну, давайте. Что там будут заметки? Заметки по теме «Магия 3». Магические искусства тени. Их истинный смысл лучше понятен в свете способности тени пользователя этой магией с помощью прямого контакта с демонами преисподней. Считается, что то ведьмы проходили серьезную тренировку, чтобы овладеть этими техниками. Однако эти сведения могут быть преувеличены благодаря благоговенному страху и почитанию, которые люди испытывали перед ведьмами. Истинной основной их силой было не что иное, как способность брать энергии невероятного сильного демона и, подчинив его своей воле, свободно ей пользоваться. Таким образом, ведьмы достигали сердца тьмы преисподней и призывали обитающих там чудовищ, черпая их невероятную магию и разрушительные способности. Благодаря договорам с демонами, возможности ведьм простирались далеко за границы простых смертных. Так что их умения можно было назвать жестокими и агрессивными. По этой причине ведьмы и славились поразительной силой в сражениях. Исходя из вигридианской религиозной точки зрения, жители человеческого мира находят невероятно трудное свое взаимодействие с другими мирами. Обитатели преисподней считают, что проникнуть в наш мир они не могут. Поэтому для вызова сюда демонов ведьмам требуется некий проводник для передачи своего духа посредством него. В качестве такого проводника ведьмы часто использовали свои волосы. Применение волос в магических искусствах общеизвестно, а своему приему ведьмы дали название «коварный локон». Неужели я сейчас буду какого-то босса призывать? Или как подчинять его? Говорили, что таким образом можно было вызвать не только демонов, но и различные магические предметы. А также создавать униформу ведьм. А униформы ведьм? Ну, мы тоже заметили, она там раздевается, одевается как хочет. Хотелось бы краем отметить отчаяние, которое должно быть чувствовали эти женщины. Для обладания подобной невероятной силой, они были вынуждены продавать свои души демонам преисподней. Так, в триединстве реальностей считалось, что души умерших попадают в рай в бесконечном цикле рождения, смерти и возрождения. Понятненько, пока не очень понятно. Ведьму ждала иная участь — смерти, вечные мучения. Преисподней. Суровая реальность такова, что стоило один раз вступить на путь изучения магических искусств, и дороги назад уже не было. И все равно эта стезя была желанной для нескончаемого потока привережцев. До сих пор остается загадкой, как эти женщины смогли овладеть столькими умами и сердцами. Сложно, непонятно. Ну, понятно только, что она может кого-то контролировать с помощью волос. Призывать. Портал. Портал. Давай зайдем в портал. Проверить. Ну-ка, проверь. Эта древняя штука выглядит как порталы. Ну, так и сказал. В катакомбах может быть еще больше свидетельств о городе, созданном древней цивилизацией. И что? Юх. И что мне делать? Проверить. Падающие валуны
обрушили каменный мост. Внизу только лава. И что мне теперь делать? Нет, у меня есть, конечно, одна идейка. Где она? Где она? Ну, хоть какие-то адекватные ребята подъехали, с которыми можно, которых можно потрогать. То есть, смотри, они, им пофигу. Делаю я комбинацию, пробиваю я. Как это? То, что я их поливаю, как нам сказали, этим градом пуль. Свет струится из врат. Похоже, на другой стороне совершенно другое окружение. Юх, да не, вперед давай. Ух, по красоте, вау. Вот это красотища. Perfect world. Рай, сад света. Нифига себе. А нам дозволено здесь быть? Так, ну давай посмотрим, куда нам по воде что бегать. Прикол. Вот это круто было. По воде бегаю. Что это? Поднять рычаг? Тс. А, реально подняла. Нафиг ты сломала? Скрижали. Что это? И зачем тебе часы? Так обнимает их. И куда она их применила? Просто в воздух. Непонятно. Похоже, эти странные песчаные часы способны повернуть время вспять. И что? Что было сломано однажды, да соберется в цельный вид. Интересно, эта сила будет действовать в другом измерении? Такой намек, знаешь, в другом измерении. Мы должны поднять с помощью этих часов мост. Ну, отлично. Хватай часы, побежали. А как я побегу? Опа. Там же вода. Кусочек сердца заберем. Жизни повысим, нет? Когда нам повысит? Сколько я уже этих осколков собрал? А жизни все как не дают, так и не дают. Откуда я пришел? Оттуда, что ли? Опа, там еще что-то. Пластинка. Не надо ничего применять. Слушай. А я смогу пройти? Круто, все, побежали. Надо так забавно с этими бегать часиками. Хоп. Так, часть золотой пластинки английские гимны, они разделены ровно пополам. У нас теперь есть целая. Все части собраны, появилась новая золотая пластинка английский гимн. Какой-то силуэт изображен на поверхности. Кнут? По-моему, кнут. Мы просто так пришли в рай. Да? Сперли магический артефакт. И все? А что не работает ваш портал? Опа, заработал. То есть, понятно, он работает только в одну сторону. Ну, то есть, с какой стороны ты вышел, в ту же сторону должен зайти. Сейчас мост вернется, и часы возвратятся домой. На свое прежнее место. Артефакт одноразовый. Поэтому он и стоит возле портала. Починили. Блин, какая же классная техника, а? О, летят. Летят. Куда вы летите все? Опа, всем накидаю. Бам-бам-бам-бам. Только не упади. Я чувствую, что я могу упасть с моста. У меня есть такие способности, навыки.
Или не могу? Ладно, давай шифтить. А чё она не шифтит? А, ты подохла. Не, это тупо. Когда нажимаешь этот shift, брейк делать, она не делает его. Там же написано было удерживать. А, надо еще и вперед нажимать. Ну, окей. Хм, блин. Я знаю уже, что я поставлю на превьюшку. Вне зависимости от того, что будет дальше, я поставлю это на превьюшку. Блин, просто красота. А что она такая медленная? Класс, она кого-то воздух подкинула, я такого не ожидал от нее. Ты что так носишься, мать? Вот это было сейчас круто. Ну давай, расстреляй его. Вот это было отлично. Золотая, почему не платина? Может, там должно быть какое-то время? Возможно. А что у меня за аура фиолетовая? Возможно, это... И опять он сломалась. То есть это неизбежно, да? Хотя логично, что это неизбежно. Как бы здесь слава там кипит постоянно. Вот из-за этого столб и сломался. Ты что творишь? Ой, ёшки. Капец. Ну а как бы я это успел? Я просто там с прыжком прокололся в одном месте. В предпоследний. Давай, давай, вот именно вот с этого места. Я готов. Давай, давай, давай. Байонета, не тупим. А как так-то? А здесь куда? Здесь куда? Что? А, я просто спрыгнул. Нифига себе. Какие камни охеревшие, смотри. Четкость какая-то. Сейчас какая-то тварь полезет, да? И утащит меня под лаву. Или не утащит? Тихо. На земле появляются круги, вот видишь? Иначе сюда сейчас ударит кто-то. Она головой ударилась? Был такой шлепок, шпук. Ой-ой-ой-ой. Блин, я думал проскочу. Но не проскочил. Ладно. Что опять? Там что-то взорвалось, да? Ну, ладно. Вот это я хорошо сюда завернул сейчас. Лишь бы никто не ударил в это место. Давай сюда, осколок уже. Когда у меня повысится? О, неужели? Я штук 8 их собрал, но только сейчас мне додумались повысить. Ну, полоску жизни. Но хоть не так быстро. О, вот это я люблю. Как лава находится на таких стенах. Пошли-то уже. Ух ты! Вот это поворот. То есть спокойно мне походить тут не дадут, да? Они как-то на каком-то рандоме работают. Наверное. Ну конечно, все, хватит, поиграл чуть-чуть с луной. Отваливай. Опять какой-то мрак наступил. Куда нам бежать? Здрасте. Что за магия находить эти ящики? Еще одну. Давай. Осколок. Осколок, осколок, давай. Ну лучше осколки собирать, ежели эти пули. Или бабочек. Еще книга. Вау, смотри, какой город. Это был Вигрид или кто? По-моему, он.
Норвегия, что ли? Где мы находимся? Ладненько, что тут у вас? Старый Колизей. Давай. Так. Длинная история Вигрета содержит эпизод с постройкой гигантского Колизея, смотрящего на море. К нашим дням его он сохранился почти идеально. Судя по записям, этот Колизей использовался не для военных состязаний или других игр, а как алтарь для поклонения одному из богов той эпохи, существу, известному как Мужество. Чего, блин? Даже сегодня, когда городские функции перешли к острову Солнца, Колизей остается особым местом в религиозных верованиях, поклоняющихся лагуне. Несмотря на то, что ветра времен давно разрушили дорогу, ведущую к этой постройке, оставив только трудный подход через утесы. Поток паломников к этому Колизею не прекращается. Паломники. Типа как послы. Окей. И куда нам? Проверить. Город объят пламенем. Похоже, и огонь сам по себе не утихнет. И то есть мне еще его тушить, что ли? Тут и мне не дают идти. Ладно. А откуда я пришел? Откуда-то ж я ж пришел? Куда идти-то, Вигрет? В этот Вигрет. Стоп. Я же... Откуда-то ж я вылез? Птичка! Ну и нафиг ты мне нужна, эта птица? Нахер я ее вечно ловлю? Камеру опусти. Вот так, спасибо. Не дают мне камеру опускать. Хотят, чтобы я смотрел вечно на Колизей. Она сама бежит сейчас. Абсолютно. Колизей. Угу. О, мы прошли главу, давайте закончим. Будет так символично. Каменный. Да пошел ты нахер тогда. Каменный. Угу. Да, давайте закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.